Наконец-то я съездила за грибами. Вот это совместный улов у нас груздей, всяких разных. Есть и черные, и сырые, и сухие, и грузди, и подгрузки, и все, что можно. А вот тут подберезовки и свинушков немножко. Мы их так называем, свинушки. Вот как у кого называется. У нас они называются свинушки, коровики еще можно назвать. Вот, белых нету. Но подберезочки вот такие. Подберезовики вот такие. Хорошенькие. Беленькие. И еще я впервые в наших краях встретила зверобой. Вот таких вот две веточки сорвала. Никогда не встречала его здесь. Не было этой целебной травки для чая. А также еще ехали, выкопали мы вот такой лук. Как он называется, правильно не знаю. Но мы в детстве ходили и рвали. Но это, конечно, не самые мощные у него листочки. Они бывают позеленее, потолще, посочнее. Мы его называли широкопер. Чесноком он пахнет. Как правильно называется? Может быть, слезун это, я не знаю. Но я его выкопала хорошим хвостом, Леня мне выкопал. Вот, сейчас покажу для чего. Он, оказывается, вот так красиво цветет. Вот такой красивенный. Я никогда не попадала в поле, видимо, в период цветения этого лука. А оказывается, как красиво. В поле столько много вот таких вот шаров. Я решила посадить его себе в сад. Ну, вот такая вот прибамбахнутая. Кто-то бы внимания не обратил. Но не кто-то. Такие, как я, много. Ну, вот и все. Все мои находки и интересы на сегодняшний день. Пока-пока.